Здесь он загружал. Не-не-не, там не было. Ничего не было, сейчас не знаю. Пошли на третье болото. Надеюсь, он больше не вылазил. Это мы подходили, здесь были позавчера. Он понял, что здесь спалили его. Сейчас надо найти.
Итак, ребят, вот Олег пошел на первую лунку, которую мы нашли свежую, прям свежий-свежий, сегодня выходил ловер утром. Может быть, сейчас повезет, до сумерек будет еще раз. Я подошел к лунке, к которой мы были 2 дня назад, к которой мы подходили, расковыряли, там, проверить толщину льда. Больше бобер к ней не вышел, потому что он понял, что срисовали, как говорится, его. Прошел край берега, нашел новый выход. Вот, сейчас к нему подходить не стал, чтобы не испугивать запахом своим. Увидел его метра за 3-4, постоял, посмотрел. Сейчас обхожу по берегу его и сажусь. Вот, камеру включать не буду, потому что мы на морозе, зима. Повешу фотоловушку, посмотрим, если сработает на фотоловушку, видео будет стоять. Значит, получится интересная картинка. Не сработает, но будем надеяться, либо сегодня стрельнем, либо завтра утром. Потому что охота заканчивается. Сегодня у нас 25, 3 дня осталось. У нас 2 бобра по пути. Не хочет он вылазить сегодня, бобрик. Ловушку я вешал, ничего я только не делал. Вылазил он, наверное, не сегодня. Так, одного бобра мы взяли, товарищ отличился, на соседнем болоте стоял, бобра добыл. Так, фотоловушку мы выключаем. Вот. Этого бобра можно попробовать взять завтра утром. Если сегодня он выходил, а сегодня он выходил, свежие следы были. Вчера ночью был снег. Вот, лунка чуть замерзшая, то есть завтра он ее разгрызет с утра. По-любому. С утра, наверное, я приду сюда. По темному подойду, посмотрю, что да как, и приду. Ну а сейчас дойдем до товарища, узнаем, как у него результаты. Большой бобер, небольшой. Да, сложно это. Охота, я вам скажу, на бобра в феврале месяце. Самая первая ошибка, первая, нельзя подходить близко к лунке, близко прям к лунке, топтаться около нее, проверять толщину льда, насколько она замерзла, лунка. Этого делать категорически нельзя. Бобер разгрызает лед, только выходит с лунки, сразу у него чуйка срабатывает, что здесь опасность. Все, он ее бросает, уходит, роет новую. И будет уходить по другой стороне. Второе. Нету смысла сидеть там всю ночь на него. Или еще что-то. В феврале месяце бобер выходит. 6 вечера. 5:30 в 6. И утром. То есть перед сумерками. И после восхода солнца. Все. Ночью он не шатается. Это осенью и летом он может вечером плавать. Вот только наоборот смеркается. Только-только смеркается, он плавает. А зимой запас еды заканчивается. И у него по-другому все это срабатывает. Так. Так, ну что-то неплохой бобер, скажем, не маленький, нифига. Прошлогодний стопудово.
Да, что ты, прошлогодний по-любому, да? Хороший бывает, бывает и больше. Ну понятно, дело, бывает и больше. Сколько мы сидели? 5 часов? Да, 5 часов. 5 часов сидели за сидки на бобра. 6 вечера вышел. Да, 6 часов вышел, да. Ну и все. Охота удалась. Будет, не будет видно. А у меня фонарь. У тебя фонарика нет, да? Ага, вот. Вот за час уже лунка покрылась льдом. Вот здесь сидел бобер. Вот он кушает, пожалуйста. Да, да, вот, вот ветки, ветки ел. Эти ветки ел, а стрелял, товарищ. Вот за этим кустом. Дальше пенечек. Я сейчас посчитаю, сколько мне самому интересно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать, 29 шагов. А? Да как же маленькие шаги. Ну 20 метров минимум. Ну, а чем стрелял Олег? 4-0. Вот и все.